все забыл, домой надо съездить. Серьезно? Да. Тип. Вот тип. Вот это вид. Hi, world. Покемонов ищем. Короче, мы на рыбалке. Второй заход за сегодня. Первый увенчался там штучек 6-7-8 чебачков и один окунь, который все испортил. В общем, у меня такая примета, что если попадается окунь, то дальше рыбы не жди. Вот. И короче, к нам приехал Евгений, и он, короче, забыл все блесна дома. Молодец такой. И вот он поехал обратно, а мы идем на место рыбалки. Главное нигде не упасть. Сейчас приходим, и место занято. И все. И все планы обломались. Нет, никакого не будет. И когда мы скажем эх. Я чувствую. Мы Лёлик Полик. Лёлик и Болик пошли на рыбалку. Солнце слепит. Какая там музыка была, не помнишь музыку? Ну, пускай в нашем такая будет. Не такая. У нас будет Скруджи, да? Скруджи? Да. Лёлик и Болик. Да. Скруджи. Скруджи. Это как сон, и здесь очередные суки. Валится бабло мне на еблу, я на ютюбе. Мы пришли, друзья. Так. Солнце только, блин, будет мешать. Тема. Сфоткал? Да. Там чуть-чуть листик, правда, это. Ну прям красиво, отвечаю. Правда, удочка не разобрана. Да, это мелочи. Да. Подожди, сфоткай меня. Сейчас чуть-чуть разобьюсь. Че там? Пиздец. Че? Серега, пиздец. Че, крючком? Вообще пиздец. Жестко? Жестко, нахуй. Поедем в травмпункт, нахуй. А его вытаскивать сейчас, я там с мясом все выдерну, нахуй. Короче, мы к вам вернемся. Короче, крючок вогнал в палец. Сейчас будет операция, доставается. Пиздец. Ну так я вогнал. Вообще жопан. Как достать, хер знает. Мы приехали в больницу, Саню повели в операционную. Как только Сане достанут крючок, мы к вам вернемся. Ваши первые мысли, когда вы узнали, что Александр попал в беду? Особенности национальной рыбалки. Вы увидите, что там случилось с его мизинчиком. Вон он идет. О, рыба! Смотрите. Больше, чем большой, нахуй, миссия. Раздулся. Короче, накачали на вокаина туда, палец расхуярило вообще во все стороны. Все, и достали, вообще не больно было. Ну, ты даже не чувствовал. Нет, там. И все, а достали. Снимок покажи людям. Снимок вообще прикольный. Вот крючок. А я вот так, получается, он вот так, ну, торчит.
Я вот так вдоль удочки веду, крючок ищу, бах, чувствую, нашел. И все, блин, только перевязки надо будет делать. И в понедельник в больничку, там вдруг там антибиотики, если вдруг воспалится. Вот это геморно, а так бы пофиг было вообще. Вот так вот. Перевязали. Что, поехали рыбачить? Поехали. Минутка стоянки на семейнике. Ты хочешь сказать, что мы пошли? Я вообще думал, что мы все пойдем, но нет, вам же пойдут. Так пойдем, чё? Чё, пойдем? Ну нет, ты чё гонишь? Видеоблог зато, материальчик наш. Да, все на стелки смотрят, смотри. И будем снимать вот так идти. Да ты гонишь? Я еще iPhone 6 возьму, вообще, а не 5 ценных. Да? Я лучше всех, Мы типа покемонов ищем. Да. Винни-Пух! Ну, все. У тебя есть? Ой, извините. У вас есть воздушный шар? Просто попользовать. Ну, Жека, Жека, шариком зацени. А ты вернешь его? По? Я, да. Я верну на место. Так. Главное сейчас поймать рыбу. Да, рыба самое главное. Ловил я много разных рыбок. Я знаю клевые места, где море дел. И чехулы поймать чего-то. А я знаю твою породу. Но только ты. А мы вот так вот выглядим нормально, да, пока вот так не опустишь. Вот так вот. В таски просто. Ну-ка, покажи меня нормально. О, вообще стиляга, парень молодой. GQ! GQ! Настоящий джентльмен свежий! GQ! Да. И сел вообще. Сейчас, труселяну. Это та же песня, ребята. Это знаешь что? Что? Это тизер к тому, что ты у нас в гостях на музыкальном влоге. Да, базара нет, шляпе такой. Идем теперь опять на рыбалку, опять на то же место. Какие дела? Все, вернемся к вам на месте. Окунь, окунь где? Вот он, окунь. Вот он, окунь.